Двое жителей Ижевска, угрожая ножом, украли у женщины 2500 рублей. Одному было 19, второму 17 лет. Оказалось, что потерпевшая является преподавательницей одного из предполагаемых злоумышленников. Расчлененное тело глазовчанина обнаружили в сгоревшей квартире. Известно, что в ночь 13 на 14 мая мужчина выпивал со своим знакомым. По версии следствия, псевдотоварищ и убил потерпевшего. Известный байкер из Ижевска Игорь Воркута Коломийчук погиб в ДТП. Мужчина не справился с управлением мотоцикла и вылетел в кювет. Примечательно, что прав Воркута лишился в 2015 году за отказ от медосвидетельствования. Госдолг Удмуртии за 3 года увеличился почти в 2,5 раза. Такую динамику объяснили ростом дефицита бюджета республики. Руководителя компании «Арктикстроймост», которая работает на строительстве моста через Каму, могут дисквалифицировать за невыплату зарплат своим сотрудникам. Долг составляет 46,7 миллиона рублей.